Привет! Вы на канале ТКВКТВ, и сегодня снимаю видео, которое называется «Утро Молседес». Итак, начнем. Так, сколько времени у меня на телефоне? Ох, уже 7. Пора мне уже будить Молседес. Ладно, это не так уж и сложно ее разбудить. Надеюсь, не придется мне сегодня прибегать мерам. Молседес, вставай. Молседес, вставай. В школу пора завтракать и одеваться. Молседес, вставай. Молседес, вставай. Ну вот как обычно, мне приходится прибегать мерам. Ну все, мне это уже надоело. Прибегать этим мерам. Ну, вот. И опять экстренные меры. Пик. Пип-п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 ип. А, что? Что? А, где? Кто? А! Где пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип? Ну что, Молседес, доброе утро. Что? Что произошло? Я слышала какой-то пинг, 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 пип, пип, пип. Ой, как я напугалась. Ой, это ты была? Да, потому что я по-другому, ну никак не разбудить. Я тебе говорю, вставай, ты как будто меня не слышишь. Ой. Вот все, иди, переодевайся и кушать, поняла? И заправь постель. Элизабет уже ушла. Ну блин. Ну блин, все, я пошла. А, надо заправлять постель. Фух, ну все. Заправила. Ой, надо бы переодеться, а то как-то я выгляжу не очень. Я вообще не люблю пижаму. Так, все, надо переодеваться. Срочно. Уф, ну хотя бы платье уже надето. Ну все, так, я одела свою любимую корону. Осталось надеть туфельки и поясок. Сейчас одену. Так, ну все, я одела свои туфельки прекрасные. Осталось поясок. И все, все готово. И можно идти завтракать. Надеюсь, у меня будет пончик на завтрак. Я их так люблю. И я готова, ребята, в своем любимом наряде шагаю на кухню. Так. О, Клавдия, пойду спрошу, что у меня на завтрак. Надеюсь, пончики. Клавдия, а что у меня будет на завтрак? Скажи мне. Ой, Молседес, пойдешь, сядешь за стол и узнаешь. Давай, иди. Иди, иди, иди. Я сказала, иди. Ну хорошо, хорошо. Пончики, я так и знала, что будут пончики. Да сейчас прямо разбежалась. Себе там кое-какой другой сюрприз приготовила, Клади. Ой, не говори мне там лагуна, это мои пончики. М-м-м-м.
Сейчас я один возьму. Стой, 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 стой. Что это ты, пончики, захотел взять? Начало полезное и вкусная каша. Каш-бе. Только не овсянка, а овсянка. Ну, блин, я не люблю овсянку. Надо любить вкусную и полезную кашу. Все, несу. Ой, фу, каша. Ешь, ешь. Это же тебе как пончики, наверное, вкусно. О, лагуна, хватит. Фу, Клавдия, вода есть? Есть вода. Пожалуйста, можно воды? Я не съем это так. Фу, сейчас. Фух, ну хоть вода спасает положение. Бе, не люблю кашу. Ох, ладно, ложка за ложкой съем ее. А потом я выпью воду. Кстати, Клавдия, ну что, я готовлю, что? А можно после каши съесть один пончик? Будет время, съешь. Надо, значит, быстрее есть кашу. Ну, она мерзкая. Ладно. Думаю, если по одной большой ложке, то она быстро пройдет. Ой, ладно, сейчас буду есть. Фуф, еле съела, Бе, не люблю кашу. Ой, воды, воды, быстрей. Ох, теперь можно и пончик. Ой, мой любимый. Мерседес. А, да, Клавдия, что? Мерседес, ты уже опаздываешь в школу, иди. Ну, она я всю кашу съела, а пончик не съела. Потом съешь, придешь после школы, после супа съешь пончик. Да сейчас прям. Я же, наверное, после супа еще этот пончик не съем. Ну все, дайте мне пончик мой. Потом. Ну, где же мой обещанный пончик? Ой, я говорю, потом съешь, после обеда. Ай, ладно, пошла в школу собираться. Напиши в комментариях, а любишь ли ты овсяную кашу? Всем пока, пока-пока! Пока!